Новую школу построили в микрорайоне Горский. Дети начнут учиться здесь уже в январе. Сначала младшие и средние классы, а в новом учебном году сформируют все параллели. Новая школа рассчитана на 550 детей. Она отвечает всем современным требованиям по техническому состоянию. В здании просторный актовый зал, два зала для занятий физкультурой. Мебель изготовлена по специальному проекту. Классы оснащены мультимедийным оборудованием. Открытие новой школы решит проблему нехватки учебных мест во всем микрорайоне. Запустив сюда детей, мы существенно сможем разгрузить соседнюю 56-ю школу. И, в принципе, на сегодняшний день понимание того, что эта школа, так же, как и наша 212-я, перейдет в одну смену, это та задача, которую нам ставит и правительство региона, и мэрия города Новосибирска. Эта школа стала первой построенной по программе федерального софинансирования. Часть расходов покрыл бюджет страны, остальное добавили из городской и областной казны. Программа многолетняя. Завершение строительства в кратчайшие сроки позволяет региону надеяться на получение дополнительных средств в будущем. В 2017 году мы уже сейчас от региона заявились на софинансирование двух строительных объектов, двух школ в регионе на общую сумму не больше, не меньше 840 миллионов рублей. Понимаете, как напряженно нам нужно будет доказывать, что именно наши объекты имеют первоочередное, так сказать, право получить поддержку. Пока в федеральной программе 25 миллиардов рублей. Из них мы претендуем вполне обоснованно на получение поддержки в объеме не менее 840 миллионов рублей.